Эй, меня зовут Флэк Джикей. А меня Глич Стоун. И добро пожаловать в нереальные похождения. Оу, yeah. Ну что ж, ребята, в предыдущей серии мы делали много крутых вещей. Мы готовились к тому, чтобы приготовить наши крутые шмотки, чтобы убить наконец-таки того самого сраного босса в темно-темно-темном мире. Ну что ж, ребята, Глич Стоун. Юра, как тебя еще назвать? Тато. Флэк Джикей. Расскажите мне, пожалуйста, что мы, какой мы прогресс сделали, пока люди не видели? Мы сделали себе отдельную комнатку, в которой Джонни не знает, что хочет поместить. Так, вот она. Вот, ребят, грунтная. Вот эту комнату я все расскажу. Это по моей части. Рассказывай свое, что ты сделал. Так, свое я сделал несколько посохов, которые я вам покажу потом немножко. И сделаем еще сегодня несколько. Там еще надо будет у Джонни сердце взять, это зеленое. А ты это, крафты покажи то, что ты скрафтил. Да, просто. Да, сейчас. Вот. А также, ребята, мы сделали такую небольшую дорожку, точнее, сделал не я. И эта дорожка ведет туда, она прям очень быстро разгоняешься. Ну, это быстрый песок, короче, ребят. И в принципе, все понятно. Просто быстро бежишь, но только что, за секунду до начала серии, кое-кто это все разгромил. А именно, Nether Soul. Спасибо ему за это огромное. Так, окей. А, ладно, давайте, что ж, я расскажу пока что, что я сделал. Я, в общем-таки, замуровал так немножко красиво в чистое стекло нашу вот эту статую. Немножко апгрейднул корабль, так как вы видите, что тут нету этих розовых досок чуть-чуть. Я поставил Nether Brick и нету адского камня, в принципе. Дальше, вроде вот это, я вам, вроде, да, это вроде я в серии показывал, что мы сделали вот такую небольшую апгрейд-систему, что из одной... По трубам, короче, идет наверх, передробленное все. Ну, в принципе, тут ничего сложного нет. Нет, насчет сундуков мы, кстати, по-моему, не показывали насчет этого сундука. Вот этого сундука. Подожди, какого сундука? Ну, вот этот, который. Ну, ты просто невидимый. Можешь убрать? На трубами. А, на трубами, да. Вот этот, ребят, сундучок, короче, просто наверх направлять все, что тут передроблено, пережарено. Короче, немножко апгрейднули. Так, здесь вроде все показывал, то, что все идет сюда, передробленное. Банк. Фух, я испугался, что тут он сломал танк. Так, я... Да-да-да, у нас, короче, опыт закончился. Ликвид опыт весь практически закончился. Давайте посмотрим, ребята, сколько там уже переделалось ботл. Офигеть, просто рай Майнкрафтера. Зачаровальщика. Да. Я тут немножко апгрейднул эту штучку, чтобы сундучок здесь немножко был в безопасности. Пусть он ух, твою мать. У нас также, ребята, есть тут апгрейд Я нечаянно. Что это было? Чем ты взорвал? Ну, у меня меч, ты знаешь. А что ты взорвал? Вот эту штучку. Танк? Да. А, ну, короче, у нас нету теперь высоты. Меч прямиком из ИГИЛа. Надо будет переименовать его. Надо тебе его сломать нафиг. Короче. Кстати, тут я еще эти поставил, прыгунчики. Окей, да, там у нас эта фигня. Все, давайте вернемся к самому главному, что я сделал. Я, в принципе, сделал чизл, то есть немножко начал по моду чизл идти. Как вы видите, ну это делать, короче, очень просто. Палочки, один алмазик. И в Diamond Chisel есть у нас небольшой странный блок, называется Futura Block. Futura Block делается очень просто. Stone Bricks, обычный Stone и Redstone посередине. Ну, короче, эти... Очень легко, ну вы поняли, не очень такой сложный крафт. Я думал, вам я все же не буду показывать, я быстренько вот это все обгрыжу. Тут мы все перерыли, все сделали. Это у нас, ребята, Nether Brick, то есть вот этот обычный Netherrack, только он... Вроде переделаны, либо Nether Brick, я точно не помню. Скорее всего, вот этот переделанный. Мы вот так вот немножко красиво все обделали. Это тоже Nether Brick, ничего такого сложного нету. Просто с помощью мода Chisel мы немножко переделали окраску. Тут у нас стекло тоже такое, видите, как, я хотел уже туда пойти, думал, сейчас упаду, а тут стекло. Тут, ребята, я поставил танки. Скорее всего, мы будем тут распахивать этот... Сейчас... Забыл. Короче, мы должны же сделать воду. То есть вот это зелье, Dragon Claws. И нужно, короче, сюда воду загружать. Вот я решил, что вот здесь у нас все будет. Также, ребята, вы много писали, сделайте питомцев. Ребята, питомцы недоступны. То есть мы не можем делать крафты. Они, эти крафты недоступны, не знаю почему. Но скорее всего в обычной бете, то есть уже в релизе Medpack 3, скорее всего в конфигах просто отключили этот мод. Не знаю почему, но в любом случае крафты мы не можем. Мы не можем скрафтить их монстров, потому что если мы, например, знаем крафт, зайдя на ту же Википедию посмотреть крафт Блейза, то есть питомца,
то он не скрафтится в любом случае. Ну, я не пробовал, конечно, но потом можно попробовать. Скорее всего, так, если крафт недоступен, через просмотр, может быть, он даже и не крафтится. Так, еще какие новости. Ребята, нам не нужно делать манулин. Нам не нужно делать из него меч, потому что у нас есть намного круче. Я случайно наткнулся на то, что на Шани Айнгет. Ты зачем меня ударил? Посмотри, что у меня в руке. Я знаю, палец! Курсор! Зачем? Это тамблер такой, знаешь, типа. Я, кстати, не знаю, для чего он нужен, ребят. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Я, конечно, догадывался, кликер. Что, может быть, здесь какие-нибудь компьютеры, экраны или еще что-нибудь, но я не нашел. Уки-кликер, просто печеньки такой кликаешь, кликаешь, они умножаются. Так, сейчас я вспомню, что я хотел сделать. Так, да, вот, я наткнулся, короче, на Shiny Ingot вместо этого манулина. Вот, я, короче, просто тут рассматривал, и вот наткнулся сразу на второй странице, видите, вот это Shiny Ingot. Я посмотрел, что все же можно там из других модов тоже использовать моды Tinker's Construct, там делать мечи, все такое. Я, короче, посмотрел, сколько наносит дамаг Shiny Longsword. 9 дамага. А хотели мы делать манулиновский, он наносит 8 дамага. Притом при этом Shiny-вский имеет какой-то, короче, баф Dance. Ну, не Dance, то есть не танцы, а Dance. И Reinforce 2, то есть прочность 2. Поэтому в любом случае Shiny Longsword мы будем делать. То есть для нас обоих мы будем еще кварц на него накладывать. В итоге очень сильно дамаг увеличивать. Это будет прям очень-очень-очень круто. Джонни, одно да. Знаешь, что я тебе хочу сказать? А? Помнишь, мы с тобой думали, почему наш арбалет не стреляет там? Я знаю, болты да. Нужны. Я знаю, я это уже давно понял. Ты знаешь, как они делаются? Да, болты крафтятся тоже из мода Tinker's Construct, но... Нет. Хони Болт есть. Ну, Хони Болт-то я понимаю, но мы же будем Tinker's Construct делать. Ну, я понял, я вообще говорю. Ну да. Но вот, короче, мы, наверное, сделаем и Шайни тоже сделаем арбалет. И тоже он нам понадобится. Сделаем очень много болтов и положим болт на нашего босса. Ребята, также у нас есть мод. Я сейчас прям очень... У нас 7 минут, я все рассказываю новости, ребят. Просто я прям так сильно хотел эту серию записать, но не мог, потому что Гличтомп, он не может записывать. А я прям хочу. И, короче, ребята... Забыл. Нет, я вспомнил. Короче, нам очень сильно нужно сделать черную материю. То есть из этой черной материи сделать можно броню, а из этой брони она вроде бесконечная. Забей. Ладно. Она вроде бесконечная, и если мы наденем на эту броню, мы можем летать. Это самое крутое. Мы можем летать. Также, например, красная материя или черная материя. Не знаю, вроде с черной материи нужно делать. Вообще, Red Matter Sword, то есть из красной материи меч, наносит 16 дамага. Но мы его не можем улучшать, скорее всего, на вот этом столике, там, на Tool Forge. То есть не можем на него модификаторы добавлять, но в любом случае мы попробуем. Также, ребята... Опять новости. Я все же, я посмотрел небольшие там, не гайды, а видосы, как люди играют с модом Madpack 3. Точнее, Madpack. И я, короче, наткнулся на то, что люди, они как-то добывают EMC, то есть ту энергию, которую вот используем на вот этом столике. И они, большинство делают так. Почему, я не знаю, многие называют этот мод читерным. Не знаю почему. Это, так сказать, взаимообмен. То, что тебе не нужно, на нужное. Это как-то, ну не знаю. Это очень странно называть этот мод читерским. Я не вижу ничего. Это святой мод. Да. Также, ребята, вот. Продолжаю эту тему с фармом EMC. Они дробят палочку блейзовскую. И с помощью дробители, они добывают один лишний. То есть, все же есть такая фигня, где ты можешь из одной штуки добыть еще больше энергии. То есть, и так до бесконечности. И в итоге, вы не зря видите вот эти 7 генераторов. Именно здесь, ребята, мы будем ставить дробилки, которые будут передрабливать... Ну, вы поняли. Будут передрабливать эфритовую палочку. Я, наверное, тоже потом как-нибудь на русском переведу. Здесь, ребята, я сделал стекло небольшое, потом мы, может быть, там какую-то ферму сделаем. И сделаем еще лифты, чтобы перемещаться по этим лифтам. Ну, и, в принципе, вот что я хотел сделать. Так, давайте посмотрим сюда, ребята. Тут я сразу выложил сегмил, который мы будем использовать для дробления. Сразу вот тут крафты положил. Да, час мы делали, поэтому показывать крафты я, наверное, не буду. Еще увидели. Все, забираем 7. Сагмил. В общей сложности они имеют 27 тысяч энергии. И просто ставим, потому что я тут уже понемножку загрузил. Пиротехник даст.
Потом сделаем, конечно, вот эти самые крутые. Все сразу ставим, 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 ставим. И вот, у нас потихоньку энергия пошла. Пошло добро, как говорится. И нам нужно потом придумать, куда мы, куда это все будет уходить, конечно. По сундукам. И также придумать, наверное, как нам энергию доставать. Потому что в любом случае энергия... Можно как-то сделать так, чтобы эти палочки горели и обратно отдавали сюда. Но я не знаю, конечно, точно. Короче, в любом случае мы будем использовать Shiny, Shiny Anga, то есть вот это Thermal Foundation, для крафта наших арбалетов, мечей и тому подобное. Сейчас я хочу сделать кондакт. Почему-то я видел кондакт. У нас есть, короче, кондакт. Ender Conduct. Вроде это как-то так называется штука. Ну-ка, 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 Я сразу писал конд. 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 Intense. Не-не, dense. Вот. May Conduct. Basic Item Filter. Нет. Нет, нет. Вот, Item Conduct. Вроде вот эта штука, не знаю точно. Но вроде она. Это, в общем-таки, ребята, типа провода, чтобы у нас, смотрите как. В общем-таки, у нас тут дробилось все. Нам нужно еще сделать штуку из Project E. Сундучок, Alchemical Chest. Чтобы он создавал из Blaze Powder обратно ифритовые палочки. То есть мы еще больше и больше ифритовых палочек получали, вы поняли? То есть прогресс ифритовых палочек просто налицо. И одну ифритовую палочку лишнюю отдаваться в генератор. Я уже знаю, очень много говорю, но прям столько всего скопилось за небольшой отрывок времени, который мы там строили, все такое. Все, это, наверное, мы потом как-нибудь придумаем, этот Alchemical Chest. Или же можем сразу Blaze Powder засовывать в ту, в этот, штучку. Че, не? Там. Зайди ко мне, пожалуйста. Да, я тут. Вот сюда вверх прям подойди. Так. Я наверху. А. Я знаю, ты сделал парашюты, которые делаются из синих облаков и нитки. Блин, я думал, они какие-нибудь будут хорошие, это ерунда конкретная. Там есть какие-то парашюты, на которых летать прям так можно. А это, блин, подпрыгиваешь, вот смотри. Лол, ну все. Бесконечно? Нет. Ты летишь до конца. Ты летишь, ты так пропел. Ты летишь до конца. Так, ребята, не зря я тут еще поставил два crafting station, потому что, ребята, у нас тут крафты. Сразу показываю крафт вот это Energy Cell Frame. Крафт из блока Redstone, Lead Ingot, который у нас уже был в... Я забыл, как эта штука постоянно называется. Как эта штука? Transmutation Table, вот. Самая крутая штука, которую я люблю, вот. С помощью нее у нас там был уже Light Angle, потом, поэтому забираем Leadstone Energy Cell Frame. И тут у нас, ребята, кое-что есть. Что же я собирался крафтить, я уже забыл. Magma Crucible вроде я собирался крафтить, потому что именно там. Да, Magma Crucible я собирался крафтить, потому что... Как говорится, добро и позитив. На самом деле нам нужно просто уже потихоньку идти к тому, чтобы делать Dragon Claw. Так, окей, еще раз посмотрю. Сверху, вот. Чуть-чуть выше. И я забыл, значит, этот. А, я вспомнил, хотел получше сделать. Я хотел сделать резонант. Поэтому мне нужен фрейм, вот. Машин фрейм. И как же его апгрейдить? Вот, используя машин фрейм Hardenen. Я не знаю, как это выговаривается. Вот, базик. Не базик хочу, я хочу получше. Сейчас посмотрим, ребята. Так, тут он делается такой. Нет. Нет, не могу что-то посмотреть. Вроде делается из Hardened. Из Hardened. Потом делается Reinforced. В любом случае, Electrium. Electrium, Ingot мы, по-моему, не сможем так просто сделать. Нам придется все же силы свои вложить. Сильвер и голд, хорошо. А сильвер, да. Можем крылья путешественника сделать. Так. У нас бронза есть? Нет, бронзы нету. Там нужно 4 бронзовых слитка, жемчуг эндера 1 и 2 золотых слитка. Ботинки путешественника. Там. Ботинки путешественника это не стирали случайно? Высокий шаг. Перчатка путешественника, что? Так, стоп. Куда... Тетива. Куда только что отправилось то, что я скрафтил? Точнее, пережарил. А, вот, Электриум, отлично, Электриум есть, ребята. Давайте мы апгрейдим чуть-чуть, пусть у нас будет немножко апгрейднутый Magma Crucible. Электриум. Мне нужно делать Электриум Гир. Так, Машин Фрейм еще раз смотрим.
Ага, инвар. Ну все, инвар без проблем сделаем. Нам нужно iron. Один iron, electrium. Electrium. Раз, два, три, четыре. Джонни, дай еще blaze палки, пожалуйста. Blaze палки, окей. Много, 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 много. Ну, стак хватит. Так. Так. А. Ну, я там немножко лишнего набросал, но тебе хватит навсегда. Не за что. Так, Electrum Gear тоже добавлю, на всякий случай. Там придется еще фреймы делать, да? Gear. Ничего страшного, лишние предметы добавлять в эту штуку, в эту шкатулочку, так сказать, лишним не будет. Инвар нам нужен. Раз, два, три, четыре инвара. И машин фрейм басик. Теперь мы, у нас будет сейчас он апгрейднутый. Так, ты там, что ты сделал? Я посохи делаю. Посохи, ну... Не знаю, мы этими посохами не будем пользоваться, зря ты их делаешь. За себя говори. Хорошо, пользуйся. Вот, кстати, видите, Джаггернаут Пэт тоже не могу использовать. Я нажимаю, вы, наверное, слышите. О, я как будто нажимал случайно. На это и на это. Не, не надо, не надо. Мне не надо, не надо. Я не пользуюсь этим. У нас арбалеты будут, ты понимаешь, нам не до этого будет. До арбалетов еще очень долго. Ага, фига себе. Ребята, запомните это слово. Мы, наверное, в этой серии сможем их сделать. Ну давай, расскажи мне. Ну давай, расскажи мне, давай! Ну что ж, ребята, машин фрейм harden and... Я не буду говорить это слово. Так. What the fuck? Ребят, где мне найти слаймов? Зелененьких таких, милых. Короче, тут стекло. Ну тут стекло. Спасибо за ответ. Чё, обсидиан нам дробить надо? Хорошо. Клеить. Что? Так, ну все, тут уже работа этот. Мою работу забрали, да? Вот так же в реальной жизни будет, роботы будут забирать работу у обычных людей. Mm-hmm. И все потом. Так, заработало, добро идет, ребята. Так, давайте посмотрим. Ох, сколько все у нас тут переработано. И потом еще это пережарить надо. Короче, знаете, в чем прикол, ребята? Я понял, что лучше всего не дробить железо. Сначала, потому что мы сначала получаем адское железо, его лучше переплавить в обычное, в обычные эти, вот эти, iron ore, а потом их передробить, потому что, смотрите, когда мы имеем обычный iron ore, адский, мы сразу его начинаем, дробить, и мы получаем вроде 4 с одного. Да, мы вроде, мы получаем 4 с одного, запомните слова. 4, то есть 4 слитка мы получаем. Но если мы с помощью вот этой штуки сделаем, мы сможем получить сразу 3 iron ore и еще их подробить, и в итоге получить 6. То есть лучше 6, чем 4. Вот такая вот небольшая. Ладно. Ну вы поняли, короче, я. Джонни хотел что-то сказать. Не, ну я просто слишком громко буду говорить. Человек, который еле-еле математики что-то делал. Математиком великим называть. Сейчас, вон так что смотрим. Мы чуть-чуть пройдемся. Я хочу сделать немножко получше, чтобы у нас был магма крусибл. Да куда ты идешь? Я не понимаю. Где в трубу? А, стекло там уже. Ну ладно. О, энергию имеет. Отлично, отлично, отлично. Вот этого я и хотел, чтобы была энергия. Glass. Забираем сразу. Где Харденет? Сразу стак возьму. Я всегда люблю, брат, стак. Что? Да я заметил. Так. И сигналиум гир? Сигналиум ингот? Что? Чё? Сигналиум. What the fuck? Копер, сильвер и редстоун. Сигналиум. Это новая руда, между прочим. Сигналиум? Сигналиум. По сигналиум мне ещё тут. Найс. Я пошел, блин, в шахту, не взяв кирки. Не бойся, скоро у тебя будет еще лучше, кирка. Так, сигналиум нам нужно сделать. Сигналиум. Ладно. Ничего не надо-то. Сигналиум. Как делается сигналиум? Расскажите мне, пожалуйста. Сигналиум хочу скрафтить, дорогие друзья. Сильвер. Три копера, сильвер и редстоун. No problem. Сильвер. Я, да. Я сильвер. Так. Три копера. Три. Редстоун забыл. Окей, редстоун. Ага, 10 редстоун, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И один сильвер. Let's go. Все, плавление пошло, да, плавление пошло. Вау, что-то долгий прогресс этого сигналиума. Ну хорошо, что сигналиум имеет энергию. Также, ребята, вы, наверное, писали в комментариях, что чувак, кобальт же имеет энергию. А где? Вот кобальт.
И мы, по-моему, делали в предыдущей серии, да? Кобальт? Ну, то, что он имеет энергию, я его засовывал потом. Да, ты говорил. Все, я просто сам, знаешь, моя память, да? Ну вот. Короче, все очень круто, мне прям очень сильно нравится, что у нас такой офигенный прогресс, что мы идем развивать. Это все босс, слышишь, это босс надо благодарить. Да, и все из-за босса. Вы представляете, я эти моды вообще бы никогда в жизни не трогал. Я думал, Tremolon Expression, но это скучный мод, автоматизация. Но, в принципе, отчасти автоматизация это очень круто, когда ты сидишь, пузо нажал золотыми яблоками и такой, смотришь, как крафтится. Кстати, насчет крафта, где мои блэйспаун? Палочки. Я тебе дал все. Не, ну я обратно. А, да. Ой, еще два, на, еще два стака. Два стака? Ну, давай, кидай. Так. А, отлично. Все, потом я придумаю как-то автоматическую систему, чтобы он что-то делал. Так. Окей, Драби. Ясно. Я пойду, что ли, в рай, не знаю, что-нибудь это буду. Девочка из рая. Прикольно. Это круто, ты должен сказать. Вау, он очень быстро дробит. Я хотел сказать, это прикольно. Вот, смотри. Смотри, чё? В чем прикол, офигеть. Я тебя слушаю. Нет, ты тупой просто. Не обращу внимания. Я думал. Нет, по-моему, прогресс есть, что, все же. Давай посчитаем. Сейчас посмотрю, сколько с одного. Боже мой, ты все верстаки, блин, занял. 4. 700, ну, короче. 3000? Да, 3000, буквально 3000 мы получаем вместо 1500. То есть на 2 умножается, понял? И что это? Это Blaze Powder. И зачем он нам? Мы умножаем EMC. Да я понял. Не понял, серьезно? Подожди, я куда-то свой мешок просрал черный. Так, окей. А, вот он. Все, я делаю, ребята, супер-тупер-гупер... Крутое топливо. Так, вот. Alternals Fuel. Спокойно, Джонни. А что, нельзя? А? Я потанцевать хотел. Как бы так сказать? Чего произошло? Те 2 миллиона нашей энергии. У тебя в руках? Бак! Че, исчезло вообще? Все исчезло! 2 миллиона энергии исчезло! Мы обанкротились. Наши счета закрыты. Окей. Чё такое? Как-то мне может это кто-то объяснить, ребята? Нет. У меня только что было 8 стака, 8 штучек. Потом вдруг появился. Потом вдруг появилось 64. Короче, вместо 2 миллионов у нас теперь 500. Я больше не буду мышкой вот так брать. Я не буду больше крутить мышкой, потому что. Мы только что просрали. Ну, короче, вот, теперь заново добывайте энергию, вот вам. Дробление вот это ваше. Надробят свои Blaze Powder и... Вулки. Друг друга в вулки. Я лишнее сказал. Так. О, зеленый парашют, кстати, неплохой. А что там, ускорять? На нем летать можно. Ну ладно, парить. Парить. На нем летать. Ну ладно. Так. Ну, считай, мы чуть-чуть в плюс идем. Чуть-чуть только. Ну, буду так считать. Ну, тогда, наверное, можно сюда еще принести. Нет, нужно что-то придумать, чтобы... Этот Блэйз... Вы издеваетесь? Не пусть он делает алмазы. Я сейчас сделаю Alchemical Chest, и пусть он делает алмазы. Так. У нас, по-моему, Alchemical Chest есть. Да, есть, спасибо, я тебя люблю, Alchemical Chest. Нам нужен всего лишь один Alchemical Chest. Пайп. Нужно много пайп. Зачем? У нас 1 800 000 энергии. Я не знаю, что за это такое творится. Она то появилась, то пропала. Я не понимаю, короче, это, ребят, очень странно. Ну ладно. Окей, я понял, спасибо. И трансфер, вот эту штучку, мне нужно 7 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Твою мать. Ну блин, как бы, чтобы сейчас. Этот меч опасный, который у меня. Так, пул. Вот. Не-не-не-не, стоп. Disable. No. Нужно, чтобы сверху он. Сверху он. Пуш. Да. Пуш. What a push!
Пора пуш. Ну ладно. Push up. Так, сейчас везде пуш сделаем мы. Окей. Пуш. Я могу? Нет, не могу. Ладно. Везде пуш. Блин, а тут сразу запол... А, все, все, сейчас все будет, сейчас все будет. Пуш. Вот твою мать. Мы потом еще по одной штучке пойдем, кобл-генератор мы сделаем. Тут вообще четко. Так, значит, трансфер пайп. Везде, везде, везде трансфер пайп. Нас будет вести, не знаю. Пусть он ведет. Ну, потом, конечно, это цивильно все сделаем и красивенько. Все круто, чтобы было. Так. Хм. Че, вот все, тут заполнилось уже, он не может ничего делать. Так, сейчас, сейчас, сейчас придумаю. Думай, Джонни, думай! Как этот? Дует. А ветер дует. Стоп. Че? Нет. Я не то сделал. Project. Что там нужно? Этот, коллектор вроде, да? Зачем? Не коллект. Нет. Нужно, чтобы этот... Russian Ballot. Окей. Чтобы он с помощью которой энергии имеет... Ну, короче, сундучок... Вот, Energy Condenser. 2 миллиона. Можно обычный, пожалуйста? 42 тысячи, спасибо. Намного лучше. Вот, Alchemical Chest, алмазики. Ну, все, это я тогда уже понял. Алмазики. Алмазики, дорогой друг, алмазики. Алмазики. Обсидиан. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Diamonds. Fucking it! Я сейчас в раю уже бегаю, не знаю сколько минут, пытаюсь найти что-нибудь стоящее. Ну, зато у нас, так сказать, ты в раю. Это очень круто. Спасибо. Так. Ты в лучшем мире, знаешь. Да. Эх. А я в аду, да, вообще? Покойся с миром, да. Что, я-то в раю, а ты в аду. Так что кому там покоиться с миром? Ну, блин. Ну, блин, как хорошо у нас верстак тут рядом. Alchemical chest, diamonds, more diamonds, and obsidians. Равно energy collector. Вау, ачивка! Да, я видел. Condensed world. Так, вот, я хочу, чтобы у меня был blaze powder. Так, один. Что ты делал, blaze powder? Я еще данжи нашел, но я, наверное, туда не буду идти. Хм. Теперь, чтобы по этим трубам все шло сюда. Но он вроде не хочет отправлять. А! Ну да. Чоп. Я тупой просто. Привет. Че, ты только сейчас об этом узнал? Так, все посмеемся одновременно. Не смешно, я чуть не умер. Блин, вот это реально не смешно. О, все, добро пошло, отлично, 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 ребята, все перерабатывается. Вот это я хотел. Вот это прям хорошо. Арбалет, говорил Джонни, в этой серии сделаем. Что? Ничего, ничего. Теперь мне нужно, чтобы по трубам item filters... Ага. Сейчас. Я придумаю что-нибудь. Да. Сейчас все будет. Так. Это ты так думал? Я реально думаю так. Обалдеть, чем я пуляюсь просто. Вот давай говно мне пуляйся, пожалуйста, в людей. Давайте посмеемся все вместе. Ну, ну, а где? Никто не смеется, что ты врешь. Я... Вот, мне нужно, чтобы только Blaze Rod... Еще, я тебя открыть это не могу. Где прикол? А, могу. Пролагало все из-за того, что ты умер. Фу, подожди. А я что подумал? Помнишь, ты на своем питомце спускался вниз? Да. Ты в обычный мир попал? Да, я в обычный мир попал, но этого питомца хер уже найдешь. Я тоже хочу в обычный мир попасть. Извините за такой мексикон, конечно. Добро идет, ребята. А можно я в обычный мир попаду? Нет. Почему? А-а-а. Чего? А, да. Так можно же. Ну, нет. Чё нет? Нам нельзя. Ребят. Нет, на самом деле, я только на питомце мог. Если ты сможешь как-то этого питомца... Парашют одену. Ну, попробуй. Только не сломай Майнкрафт нам, да? Только как мне потом обратно вернуться? Это уже твои проблемы, знаешь? А я, короче, в ад телепортируюсь там из обсидиана. Сейчас я в ад приду, дай обсидиановые блоки.
Подожди, офигеть. Чё такое? Иди сюда, посмотри просто, и ты класс. Я бегу. Офигеть. Еще 24 минуты там будет пережариваться. Блин, мне очень страшно как-то в аду находиться. Тут все зеленое, здесь желтое, оранжевое. То есть, извиняюсь, я дальтоник. Чё ты там делаешь? Блин, офигеть. Посмотри, посмотри просто, как это все. Видишь? Это эндер-сундук. Это все переработалось. А, это EMC-сундук? Да. Это все переработалось. Что я засунул всего лишь 7 стаков. 7 стаков вот этот блейз-палочек засунул. Посмотри, сколько теперь там. Далеко не 7. И теперь смотри, в чем прикол. Я туда засунул сразу блейз. Ну, чтобы они уже по бесконечному циклу будут идти. Главное топливо просто подливать. И все. Смотри, вырабатывается блейз-паудер. Этот блейз-паудер крафтит блейз-род. Эти блейз-роды идут обратно, дробятся. И вот так по кругу, пока не заполнится весь эта штука. Теперь нам нужно сделать... Нет, пока не нужно это делать, я думаю. Не читерно, говорил Джонни. А что, не... это вообще-то дробление. Это нормально. Давай алмазы дробить. Нет, ну мы будем, чтобы он потом алмазы делал. Вообще, все, кто использует мод EMC, практически так и фармят. Только смотри, в чем прикол. Он не так быстро, наверное, делает. Нам нужно потом как-то ускорить это. Там потом есть эти ускорялки всякие. Надо Project... Нет, там нужно этот экстра. Утилитес... Там, короче, есть ускорялки. Ускорялки вот этих труб. И можно потом, чтобы он быстрее-быстрее все разрабатывал. Также мы потом сделаем кобл-генератор. Трубы могут ломать эти штуки. И, короче, и просто нужно воду и лаву вместе спустить. И будет очень-очень-очень-очень круто. Сделаем, ребята, спид-апгрейд, наверное, за кадром. Это не так уж сложно крафтиться. Голд-наггеты, редстоун и голд-наггеты. А на этом, ребята, мы серию закончим, да? Угу. Ну что ж, ребята, спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на наш канал, так что ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlakGK. И Glitch Tom. Всем удачи. Всем пока.